Лучшие из лучших. В преддверии Дня социального работника специалистов соцзащиты поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона вручил награды и благодарности за высокие достижения в профессиональной сфере 24 специалистам. Подробнее Наталья Чекет. Представителям этой профессии обращаются в трудную минуту. У них просят совета, их с нетерпением ждут во многих домах. В числе награждаемый социальный сотрудник Оленинского муниципального округа Ольга Соловьева. Женщина помогает пожилым людям и рассказывает, что помимо трудностей в ее работе бывают и свои маленькие радости. У них разные судьбы. Рассказывают очень много о себе. Очень интересно. Они же многие в основном прошли войну, послевоенное время. Вот это очень интересно. Ольге Алексеевне вручили благодарность Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В этот день благодарности президента удостоился Александр Трегуб. Мужчина является председателем Тверской областной организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. В этот день эта награда будет получена мной именно как награда нашей организации, которой я руковожу и которая делает много также совместно с соцработниками по решению маленьких конкретных задач обыкновенных людей. Естественно, этот труд, он не яркий, как полет человека в космос, но это каждодневный труд, который необходим нашему обществу. Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоили Ольге Машковой. Женщина работает медсестрой в детском доме-интернате для детей с нарушением в интеллектуальном развитии. За 45 лет работы через ее руки прошли более 400 ребят с серьезными физиологическими и интеллектуальными нарушениями. Дети разные, и сложные, и попроще бывают, но вообще-то работаем, мне нравится. Губернатор Тверской области выразил работникам сферы соцзащиты благодарность за профессиональный, добросовестный и ответственный подход к работе, а также личное трепетное отношение к жителям. Глава региона отметил, что в непростых условиях пандемии сотрудники социальной службы остались верны своему профессиональному долгу и перешли на усиленный режим работы. В текущем году исполняется 320 лет с начала создания государственной системы социальной защиты населения в нашей стране. За прошедшее столетие служба прошла большой путь развития, неоднократно менялась вместе с нашей страной. Неизменными остались одно – это люди, которые работают в этой системе, которые обладают безграничной добротой, человечностью и душевной щедростью. Сейчас система социальной защиты населения Тверской области включает в себя 37 центров социальной поддержки и 37 комплексных центров соцобслуживания населения, 13 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 9 реабилитационных центров для детей и подростков. В общей сложности помощь там оказывается более чем 308 тысячам жителей Тверской области.